Сегодня 12 марта, озимая пшеница, сорт Скипетр, предшественник горох, здесь был прямой посев. Много пожневных остатков осталось после гороха. Горох местами был полегший, поэтому вот такая вот картина. В целом выглядит неплохо, есть участки повреждения мышами, но относительно все выровнено, ровно. Сеялка здесь была Great Plain, норма высева в пределах 4,5 миллионов. Одновременно вносилось удобрение Диамофоска до 100 килограмм на гектар. Почва чувствуется заметно уплотнена, потому что входит лопата тяжело. Ну, возможно, это сопротивление. Может быть, даже она это не из-за того, что она уплотнена, а из-за того, что она сильно влажная. Ну, глубина до 3 сантиметров где-то. Так вот себя Скипетр на данный момент чувствует. Влага здесь чувствуется. Скорее всего, это из-за влаги. А лопата сюда тяжело входила. Корешков пока нет. Почва холодная, прям в руках чувствуется кущение в пределах 3. Но глубина заделки, она видна здесь. Что где-то до 3 сантиметров. Вот здесь, допустим, это где-то 2 сантиметра. Вот она торчит на поверхности. 2 сантиметра видно. Я просто смотрю по где начинает, где именно зерно и где поверхность почвы. Вегетация еще, ну понятно, вегетативная масса уже возобновила, то есть озеленилась. А вот корневая система пока еще не активна. Так что вот так, Скипетр, 12 марта, озимая пшеница, Скипетр.